Вы смотрите обзор товара вермикомпостер Warm Cafe L56W44, высота 46, там лёд 6,3 кг. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Вермикомпостер Warm Cafe является последней разработкой для использования как внутри, так и вне помещений. Стильное средство компостирования всей семьей вермикомпостер Warm CAF – это новая уникальная продукция. Что отличает ее от других? То, что она является универсальной и многофункциональной. Вы можете с помощью вермикомпостера делать компосты не только в открытом пространстве, в огороде, саду или приусадебном участке, но и в закрытом помещении. Он обладает новым дизайном в виде округлой формы и имеет 3 рабочих лотка, а также защищен от попадания грязи. А главное, есть удобная крышка, которая повторяет форму компостера с вентиляционными отверстиями, которые помогают поддерживать оптимальную температуру внутри вакуума, где собственно циркулируется воздух, что благоприятно способствует созреванию качественного удобрения. Вермикомпостер Warm CAF, у него также есть отверстия по бокам рабочих лотков, вентилируемый поддон с возвышением для червей, с краном и грязеотстойником. Можно много перечислять преимуществ данной модели, но приобретая его вы не пожалеете, инструкцию по применению вы можете найти на нижней стороне крышки. Он абсолютно безвреден, так как сделан из пластика черного цвета. В основе принципа работы такого компостера лежит использование червей. Стартовый набор червей для вермикомпостера состоит из 5000 червей смешанной популяции плюс 10 кг субстрата для подкормки червей первое время. В результате из отходов с вашего стола получается вермикомпост, а жидкость перерабатывается в вермичай. При смешании вермикомпоста и вермичая с водой в соотношении 1 час 10 минут получается натуральное удобрение, которое очень питательно для растений сада и огорода. Существует много видов дождевых червей, но для вермикомпостера необходимы именно компостные черви, которые еще известны под названиями красные, голубые и тигры. Главное преимущество таких червей является их способность быстро размножиться, что очень важно для быстрой переработки отходов. Также компостные черви обладают хорошим аппетитом и съедают все, что когда-то было живым. Сюда можно отнести остатки овощей, фруктовые и овощные очистки, спитый чай и чайные пакетики, а также кофейное гуще, измельченная скорлупа от яиц, упаковочный картон из-под яиц, молока и пиццы. Одним словом, чем разнообразнее материал, который вы добавляете в вермикомпостер, тем лучше получается вермикомпост. Особенности и преимущества. Стильная защищающая от мух крышка на шарнирах. 3 прямоугольных рабочих лотка большой емкости. Уникальная боковая вентиляция рабочих лотков. Неподтекающая разработка. Вентилируемый поддон с возвышением для червей, с краном и грязеотстойником. Брикет из кокосового волокна. Инструкция находится на нижней стороне крышки. 100% повторно используемый переработанный пластик черного цвета. Размеры 570 на 390 на 750. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.